уже все повороты опасные прошел. Ну. Уже и здесь вот на льду начало мотать. Я недавно поменял вот эту вот стойку. Поставил ее бушную. Сам, короче. Вроде бы отрегулировал, все нормально. Оторвалось здесь. Разорвало, короче, цилиндр. Вы считаете, что виновата вот эта стойка, что ли, да? Не знаю я. Просто мотать ее начало. Машина легкая, потому что она легкая, она поднята очень сильно. Шиповная резина и спереди, и сзади стоит. Здесь Мишлен стоит, там другая резина стоит. А вы откуда куда двигались? Я с Бриза один ехал домой, в Челны. Я камни возил, короче, там. У меня там собака, овчарка. Молодой он. Угу. Я его оставил, закрыл там, накормил его. И поехал, короче, мать что, когда приедешь, уколы надо делать, уколы делать надо. Получается, не справились с управлением и лоб, да, почти? Не, ну как, почему по следам, вот смотришь, вот мои следы. Вот мои следы. Ну я вижу, вижу. Вы посередине ехали, что ли, да? Да, я посередине ехал. Угу. А вот там, на льду мотануло. Там мотануло, потому что там корка вот эта вот. Сужение дороги. Здесь постоянно чистят, не поймешь, не разберешь, блин. А вы что-нибудь употребляли сегодня?